13 августа в Казань приехал российский шахматист Анатолий Карпов. Помимо городских достопримечательностей, гроссмейстера пригласили в Казанский федеральный университет. На экскурсии по вузу гостю показали музей Лобачевского, музей истории Казанского университета, а также провели по главному зданию вуза. Хотелось бы иметь побольше времени, чтобы познакомиться более подробно, но Казанский университет – один из самых известных исторических вузов нашей Родины. Вот, и много здесь было известных людей, и училось известных людей, и причастны к деятельности университета, что большая честь побывать в Казанском университете. Анатолий Карпов – советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Родился в 1951 году в городе Златоуст, Челябинской области. С 5 лет начал заниматься шахматами. В 1969 году Карпов стал чемпионом мира среди юношей, а уже в 1970 году получил звание гроссмейстера. 3 апреля 1975 года, после отказа Роберта Фишера защищать свой титул, Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам. После посещения Казанского федерального университета у гроссмейстера остались хорошие впечатления и надежда, что в следующий раз будет больше времени для того, чтобы осмотреть вуз. Лев Диденко, Александр Малышев, Универ Ньюс.